Семьи поздравили с юбилеем ақына и композитора Кусмелию Нурхасым. В городе прошел литературно-музыкальный творческий вечер в честь его 70-летия. Подробности в видеосюжете. Кусмелия Нурхасым – уроженец Уржарского района. Много лет занимал руководящую должность в сфере образования. С 2004 года по 2017 работал руководителем городского отдела культуры и развития языков. Под его руководством в городе были подняты и решены такие важные проблемные вопросы, как проблема охраны историко-культурных памятников, пропаганда наследия великих личностей, внесших вклад в развитие национальной культуры и искусства. Семейские люди по-особенному вас оценивают. Вы достойно работали на государственной службе, посвятив сознательную жизнь литературе, искусству, культуре и истории. Все это результат вашей многолетней, многогранной и честной деятельности. В этот знаменательный день желаю вам и вашей семье крепкого здоровья, счастья и благополучия. В ходе вечера руководитель областного управления культуры, архивов и документации Азамат Мухамедчинов зачитал поздравления от имени министра культуры и спорта Республики Казахстан Арстанбека Мухамедиулы и акима Восточно-Казахстанской области Даниила Ахметова. Кусмелия Нурхасым, долгое время возглавлявший сферу культуры, предложил отметить 90-летие движения «Алаш» на республиканском уровне. Это предложение нашло поддержку со стороны правительства. Хочу отметить, что по вашей инициативе и при вашей организации были установлены памятники великому Шакариму, известному казахскому певцу Амре Кашаубаеву и обоеведу Каюму Мухамедханову. Ваша работа по проведению культурных и образовательных мероприятий с целью повышения статуса родного языка и пропаганде национальных традиций хорошо известна не только в семье, но и на республиканском уровне. Кусмелия Нурхасым – автор таких известных в народе песен, как «Тәуелсіздік толғауы», «Астана Байтак», «Тарбағатай», «Семей Алаш», «Бархтпиль», «Таум Байтагым». Кроме этого, в рамках реализации национальной идеи «Мәңгілік ел» и статьи «Семь граней Великой степи» наш земляк выступил автором проекта «Арғы ата ер түрік біз қазақ елміз», в котором на основании письменных памятников Архун Енисей была отражена культура кочевых тюрков. Понимание духа нации – это понимание ее искусства. Нурсултан Назарбаев в своем выступлении отметил, что язык – это душа нации, искусство – это сердце. То есть мы должны создавать не религиозную и националистическую страну, а воспитывая патриотов, формировать развитое государство. А для этого нужно знать историю страны. Считаю, что душа народа в его языке и искусстве. Вот почему я в своей работе стремился к этой цели и, надеюсь, буду еще работать, пока есть силы. Во время культурного мероприятия был показан видеоролик о копии памятника Культигыну и его доставке на территорию Казахстана. Также в ходе вечера были исполнены произведения композитора. Бахатгуль Казес, Ильяс Сабит, телеканал «Семей».